Если вы фанатеете о таких играх, как Tarkov, DayZ, Hunt и так далее, то зацените канал Апача. Парень играет в survival со времен ванильного DayZ мода. В его роликах вы найдете нереальный экшен, непередаваемую атмосферу и, конечно же, великолепный саундтрек. Как будто кино смотришь. Заинтересовало? Ссылка будет в описании под видео. Он встретил вал. Идем? Пошли. Хаешка, хаешка. Возможно, справа в углу. Да. Видишь, нету? Нет, чисто. Северный ушел, да? Хз, не понял. Контроль стержневый. Дверь. Обходи справа по низу. Сейчас закрываю двери. Он не мог далеко уйти. Шагов не было. Ты? Да, он за дверью стоял. Вынул из двери. Он за дверью стоял. Дальняя дверь? Справа обойди стекло. В офисе. А, в офисе. Понял. Конечно. Поэтому он далеко не мог уйти. Кинга туда, кинга туда. Да. Я знаю, ушла. Он справа побежит, потому что слева я его жду. Ой, справа. Башку дал ему, не уверен. Справа. Видел. Справа. Пушу. Минус он. Хорош. Чекаю низ. Низ чисто. Под нами тип, северные. Ты в офисах? Сашка, под нами, да? Внизу, да, под нами. Северные. Минус он. Хорош. Перезарядка. Здесь мало. Так. А, я понял, куда он пришел. Как раз дверь, которую я закрывал. Да. В сторону лабы. Движение. Сторона. Ползаешь ты? Да. К шелькам. Минус еще, третий. Как раз слоты под него есть. Ой. То. Что это было? Это был вал, понял. Я не слышал. Он на цыпочках там. И просто... Покидал, проверяй. Бахнуло. Пока нет. Минус. Хорош. Двое. Понял. Квест гренадер засчитался. Второй минус. Не пошли к ним, они пошли к вам, да? Да. Ну тут такие, как бы, валы и броня 4-го класса, бронеразгрузка.
Нормально, конечно, здесь залепил. Мгновенно просто. Face of table. Сейчас посмотрю, с чем он был. ВСС-ка. СП-6 патроны. Давай. Вот это поинтересней. Ёпты, тебя спортсмен. Ох ты ж. Лик, ёлопала. Карик почетный. Нормально. А, да-да, стоит Сашка. Наверх пошел подниматься. Хорошая граната очень. По контролю все? Угу. О, открывает. Вниз ушел или вверх, не пойму. Понял. Каким собираешься? Спускаюсь на этаж, зайду в серверную через дверь. Ты не так будешь ждать. Знаю. Из-за серверной. Хаю вправо, влево. Прохожу. Не попал, двоечник. Где он? Сверху, слева, сверху. Что-то я не понял, они обратно клавиш, что ли? Что за Манс Гейминг у нас такое? Ну, пацаны не хотят умирать. До конца скрываются. Кажется, они в лабу обратно отступили. Рифу, рифу!
Блин, бот. Руку мне сломал. Там столько топота, ты где именно бегаешь? Прости. Они вот здесь, они вот зеленые. Один минус. Второй минус. Я выхожу зеленый. Вышел, да, убил ты их? Убил все двоих, убил двоих. Пытались уйти, да? Убегали, да. На второго не 100% инфа, но вроде дал ему в белый улач. Проверить бы его. Иди. Лутаю своего типа второго. Дроп со сладкоежки. Флехи ты откидываешь? Нет, не я. Это слышу, склады. Склады флехи. Братан, я флех не слышу. Понял? Я слышу. Склады и флехи. Да, пофиксится. ЛШЗ вот лежит. Пошли. Вот же. О, что забил? Just stay focused, guys. Not bad. Вот он, сколько у вас тут? Алло, оружие? И двушка.
Блин, броню мне все сточили. Сейчас отъеду. Тактика убитая тоже. Блин, была бы броня целая. Две БТшки мне всего лишь попал, мрудак. Две БТшки. Гранаты пошли читерские. Самонаводящиеся. Ох, ёб, граната! А, блядь! Чемись, нахуй! О, я же говорю, самонаводящийся. What is your fucking problem?
строя вроде один ходил. О, я же говорю, ходил. Думаю, показалось. Так, я успею пролкнуть 17 секунд. Блин, нет, не успею. Не будем жадничать. Not bad. What the hell is the matter with you? Последний тоже был пировец. Блин, нормально.
Ёб твою мать, спасибо, но хоть не убил. Решальники там, походу, стоят. Решаловские. Блин, чашка. Надо, походу, веску, которая без галки, выпросить. Кто там ползает? С галкой оставить потом на продажу. Чтобы было не так тяжело бегать просто. Мысли. А. Фига, блин. В смысле? Понял. Что-то он тут лутается, что ли? А, стоять? Да в смысле? Пополз. Блять, не дожил, жалко стало. Просто хотел уползти. Че, чучело поставили? Хотели обмануть меня? Так уж эти профессионалы, блин. Понравилось видео? Подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео или стримы.